Здравствуйте, я Арлан Сембаев, мне 30 лет и я миллиардер. Мало кому удается добиться таких результатов в свои годы, но мне удалось. И сейчас я расскажу вам, как стать мной. В 5 лет отец мне подарил новую яхту. Я ее продал и открыл свою тунельку. Именно так я заработал свой первый миллион долларов. Ну а дальше все свои сбережения я вложил на акции Apple, Netflix, Amazon и Tesla. Но это все так, по мелочи. Настоящие бабки мне принесли мои курсы мобилографии и пару гивов, которые я устроил. А теперь к 30 годам у меня есть 100 офисов по всему миру, 20 ресторанов, 50 ламборгини, а главное 8 жен. Но знаете, деньги, дорогие тачки, дорогие вещи, отдых на круизах, это все, конечно, круто. Ну и что-то, что я люблю больше, чем деньги. Интересно, что это? Пойдем. Я люблю танцевать. Что там, братик, хозяйка? Ага, 8, Михаил, 8 адрес. Поехали. Сняла, сняла. Угу. Не, братик, мы пойдем бизнесменом. Просто андасмен ваш. Правда, я зашиваю, аргон, андасмен, так давайте. Я, ага, бизнесмен, не пизди, а. Поехали быстрее. Вот видите, никто мне не верит. Слушай, с кем-то разговаривать, правда, поехали. А, слушай,